Приветствую, друзья. Вот какие интересные вещи мне пишут, просто удивительно. Разбирают разные слова. Например, мне кто-то написал там, что Бог – это нулевое состояние, это бесконечность. А черт, говорят, не вспоминайте лешего, потому что черт, написали мне, это черта, это конец. Вот, пожалуйста, как интересно, такие интересные разборки слов тут происходят, потому что если покопаться в каждом слове, можно найти столько смыслов. И вот я жду своего друга Романа Газенко, психолингвиста, который нам поможет кое в чем разобраться тоже. И мы сделаем с ним ролик совместный. До встречи, друзья!